Всем привет, ребят! Сегодня у нас опять Battle Rolling. Будет два аккаунта моих подписчиков. Это аккаунт дал мне Павел, мой подписчик. У него 27 тысяч самоцветов. Аккаунт бездонатный, находится в гильдии Friendly Family. Первые места, факела 20-45, 20-52 отбиваем, форты в 20-0. БГ не прошел кик. Женек, удачи, спасибо. Кидайте заявочки, вступайте, сила где-то от 100 тысяч. Так, 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 смотрим его алтарь. Где ты? Где ты, где ты? Так, 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 так. Отлично, хорошо. Супер, Анубис есть, ворожай вкачанный, биг есть, хранитель есть. Если что, на бега поставим. Так, ну, гуд. Что могу сказать? Гуд, Фрея не вижу, Фрея нет. В общем, определимся уже по мере выбивания героев, что ему надо. Так, также у нас есть еще один аккаунт. Так, этот аккаунт Николая, аккаунт донатный, причем неплохо доната так, находится в гильдии Russian Empire, информации нет, босс 21.00 МСК, гильдия, как видите, еще не особо прокачанная, наверное, начинающие только, не знаю, кидайте заявочки. Так, что у нас дальше? Ну, донат, Минотавр, отлично. Ремки нету пятой. Наверное, очень старый или очень новый аккаунт. Очень странно. Так, шапка. Ну, блин, уступает. Уступает бездонатному аккаунту. Это явно видно. Наверное, частями был донат, не знаю. Ну, тут однозначно на ворожея поставится новый талантик. Сколи так. Ну, героев, конечно, хватает. Анубиса, опять же, не вижу. Заклинательница, ну, в общем, есть что ролить здесь. Я думаю, в принципе, где-то плюс-минус одинаковое количество у нас, поэтому поехали. Поехали ролить. 139 тысяч сил. Так. 15 эктоплазмов надо, гаргул, единичка. Эктоплазмы не падают. Смотрите на это. Два только выбили. Три. Четыре. Королева змей. Ну блин. А легенды-то не сыпят. Жесть. Атлантикор 2. Три. Есть. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Даже больше, чем коробочка. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Интересно, интересно. Ну. Ну, 11, 12. 13. Тыковка. Да, блядь. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Вот это вот топовые роллинги. Вот так вот батя ролит. Всем выбивает недостающие герои в имбу. В общем, донатный аккаунт, но, блин, Анубиса мы тебе достали. Я сейчас еще раз пересмотрю, или он у тебя есть, или его нету. Но его у тебя по-любому нету. Хоть и столько доната, но Анубиса нет.
Поэтому поздравляю, блин, ну я считаю, тут роллинг удался более чем. Еще один одержимый. Еще и сердцеедку выбили. Еще и всадник. Ну что, исполнили еще одно желание. Я считаю, свою миссию мы сделали на этом аккаунте, даже более чем. Плюс он донатный. Давайте сейчас откроем, выриком все. Так. Так. Священный огонь. Использовать, окей. Ну, однозначно ставится на ворожея. Тут даже смысла нету что-то думать. Уже протестировал я это все. Так, ну давайте смены. Бум. Бум, бум. Ну. Это мы сейчас на Анубисе откроем. Так, сердцеедка, я думаю, у него есть. Которую мы там выбили. Или тоже недостающая. Да ладно. Хрена себе. А ну-ка сейчас посмотрим через... А, что мы там посмотрим? Так, сердцеедка. Ну, блин, я слепой, либо ее тут точно нет. Все-таки я не слепой. Так. Ну, Анубис, сердцеедка. Еще недостающие герои. Бум. Ну, я считаю, это просто огонь. Одни бы нам падают. Лаки. Так. Топовые таланты. Ну что, давайте попробуем. Даже думать не буду. Ставлю. Все, по высшему классу сделали. Поехали на второй аккаунт. Поздравляю. Диндонить даже не будем. Я думаю, на втором аккаунте по-любому удача нужна будет побольше. Хоть там герой это получше. Но там аккаунт без доната, а этот с донатом. Разницу вы видите. Так. Ну что, поехали. Поехали насиловать Колю. 150. Седна сразу упала. Да ладно. Что, сразу недостающий герой? Походу, да. Походу, все-таки, ребята, да. И причем герой очень-очень неплохой для этого аккаунта будет. Это огонь. Это оно. Удачный сегодня у нас день для роллингов. Аж страшно. Афина. Да ладно. Да ладно. Это просто пипец. Второй сразу герой недостающий. Поздравляю. Что могу сказать? Я думаю, не хуже герои, чем там упали. Так, Влад Дракула. Да, это огонь. Так, сердцеедка, Рину. Смотрите, как начало сыпать. Медуза. Это я разогнался. Эктоплазма. Ну, эктоплазмы. Фрэнки. Ну, если еще и Фрэнки. Тыква. Гаргул. Я даже уже, честно говоря, не считаю, потому что я считаю, что мы мега имбово уже
натащили на одном и на втором аккаунте, оставим и ворожай. Под конем и фея. Для других аккаунтов, я думаю, так будет более справедливо. Так, ну что? Фрэнки, сердцеедка. Ворожай-то, конечно, есть. Сердцеедка есть, а вот Фрэнки я здесь не вижу. Поехали в склад сначала. Ну что, смотрите, что мы повыбивали. Как по мне, это просто на 30к. Это просто мега удача, ребят. Три таких топовых героя. Плюс ворожея, плюс Рину еще вытащили, сердцеедка. Ну, это оно. Тут даже смысла нету делать хоть конем. Вот конем. Так, ну он просил талантик ему оставить на этого, на Бигфута. В принципе, для Бигфута у него это будет как раз идеальный случай. Ну что я могу сказать? Поздравляю, ребят. Там донатный аккаунт Анубис, тут Анубис есть, тут добили, блин, еще круче. Тут и Афина, и Седна, и тут там у нас и Фрэнки даже тот же самый. Ну, блин, круто. Поменять. Так, ну коробочки у нас нету. Сразу ему поставлю. Я думаю, что один, что второй будет довольный. Так, раз, два, три. Ты еще и утекание выбили пятое. Это он уже сам себе решит, куда его поставить. Ну, мы справились со своей задачей. Поэтому вот так вот. Все было по высшему разряду. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Подписывайтесь на канал и обязательно лайки. Всем пока.